случайно наткнулась, это рекомендация Ютьюба. Вот, я случайно наткнулась, меня очень повеселило тут видео, вот этот вот человек, его зовут Арханус Шамсудинов, ну, я не знаю, может, он, судя по фамилии, крымский татарин, тогда все понятно. Короче, я посмотрела его канал, я думала, он как бы приехавший, он местный человек, что как бы очень меня удивило, но как бы по фамилии все понятно. Значит, он, значит, вот такой ролик снял на пляже, я так понимаю, это Омега, ну, тут написано пляж Омега, пустые пляжи 25 июня 2022 года. У нас сегодня же 27, да, если я не ошибаюсь. 25 числа начался сезон дождей. Он, короче, ездит на электросамокате. Он поехал кататься на электросамокате под дождем. Лично я 25 июня пошла, выхожу у себя в Камышовой бухте, короче, из дома, и идет дождик. Я думаю, блин, круто, я пошла купаться под дождем. Ну и он очень быстро прошел, но факт в том, что было очень холодно. Я просто очень замерзла в воде. Несмотря на то, что в Омеге очень мелко, и там всегда вода как вот, как моча. Очень, ну, как парное молоко. Я не люблю такую воду, а тут прям очень было холодно, даже на Омеге. Когда я пришла, дождя вроде уже не было, но холодно в воде. И вот он снимает такое видео. Это было как раз 25-го, просто совпало так. Просто фу. Зачем вы делаете это? Я не понимаю. Он работает на какую-то другую страну, что ли, или что? Позорно, если это местный житель. Такую дезинформацию. У меня просто есть на канале видео от 5 июня, и было все забито. Я даже не знала, что уже начался купальный сезон. Я поехала кататься на велосипеде. Смотрю, там все забито. Я даже не ожидала. Поэтому таким видео не верьте.